Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы этого имени рождены по числом 5 и управляются Меркурием. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Значение буквы «Щ» в имени связано с покровительством и щедростью. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Вибрации имени характеризуют владельца как динамичную, склонную к авантюрам личность, полную фантазии и внутреннего беспокойства. Эти люди способны к проникновению и стремятся вперед. Носители имени, которые не связывают свою жизнь с бизнесом или торговлей, обычно достаточно неплохо распоряжаются деньгами. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Они могут вымещать на других свои недостатки. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.